Книга «Открытым оком», пятый том, тема молитва, вопрос 1406. В восьмой утренней молитве мы умоляем Христа: «И паки, спаси, спаси меня по благодати». Марка 16:16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Как нужно понимать это место? Ведь читая эту молитву и вообще утреннее правило, мы считаем себя уже и крещенными, и верующими, а многие сектанты, основываясь только на том, что уверование во Христа спасло их спасенными, относятся слова Господа к будущему времени. Спасен будет при определенных условиях. Есть ли указание в Святом Писании, что мы уже спасены? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Человек не только имеет во Христе надежду, когда так после смерти войти в число друзей Христа и быть святым и спасенным. Но это Бог дает ему уже здесь, на земле, когда душа принимает Христа, верит в Него и живет им. Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». День искупления из рабства греху есть день уверования. И день крещения вначале залог, потом истинное. На земле сегодня... Деяние 22:16. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Исайя 62:12. «И назовут их народом святым, искупленным от Господа». 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет». Колоссянам 3:12. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Заучите эти места наизусть, и вы будете уже наполовину баптистом. Они-то ведь не на пустом месте долдонят о спасении своих душ, но они напрочь отвергают возможность того, что они могут потерять это спасение. 1 Тимофею 1:19. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнут, потерпели кораблекрушение в вере. Филиппийцам 3:18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова». 1 Тимофею 5:12. «Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру». А у православных этим переполнено все, и получается, что нет спасения здесь, а есть малюсенькая надежда на вечность во свете. В православии нет радости спасенной души, а все по-старообрядчески, только ярое око, по-прежнему разгневанного и непримиренного Творца с падшим созданием. Послушайте тоскливо заупокойные песни, как из подземелья глухого иеромонаха Романа, и любую сектантскую песню, полную света и радости. Римлянам 8:24. «Ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется». 1 Фессалоникийцам 5:8. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Звезды. Час полночный близ потока, ты взгляни на небеса. Совершаются далеко в горнем мире чудеса. Ночи вечные лампады, видимы, невидимы в блеске дня, стройно ходят там громады негасимого огня, но впивайся в них очами, и увидишь, что вдали, за ближайшими звездами, тьмами звезды в ночь ушли. Вновь взглядись, и тьмы за тьмами утомят твой робкий взгляд. Все звездами, все огнями, бездны синие горят. Час полночного молчания, отогнав обман и снов, ты взглядись душой в Писание галилейских рыбаков, и в объеме книги тесной развернется пред тобой бесконечный свод небесный с лучезарною красой. Узришь звезды, мысли водят, тайный хор твой круг земли. Вновь глядись, другие всходят, вновь глядись, и там вдали звезды мыслить, мы за тьмами. Ходят, сходят без числа, и зажжется их огнями сердце дремлющая мгла. Хомяков А.С. Богу нашему слава, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.